Мы много слышали о том, что мечты становятся реальностью, но не могли подумать даже, что это далеко не сказка. Мы познакомились давно, были друзьями с детства, и кто бы подумать мог, что нам так суждено быть до конца в победе и в печали вместе. Мы даже не могли подозревать, что наша дружба – план с небес, и это нас сблизило так сильно, что не могли быть друг без друга. Созванивались часто. Хоть и стеснялись, может быть, но все нам было честно по колено. Мы шли вперед и умилялись, что будто бы ни в чем не сомневались. Хотя, конечно же, без сомнений никуда. Однажды сон приснился, как за руки мы держимся. Касание руки было настолько реальным, что, проснувшись, казалось, это было явью. Решились идти вперед. Но есть, конечно, везде свои, как нам кажется, преграды. Уже потом мы начинаем понимать, что это Бог готов нам дать, чтобы быть вместе. Ведь так прекрасно, когда вы идете с Богом в унисон. И вот армия. Год идет, а мысли об одном. Когда увидимся вновь, когда будем вдвоем. На свадьбе у друзей мы встретились глазами. И все сразу стало ясно. Любовь с небес вовсе не опасна. Дни идут, и крепнет наша дружба вновь. Но дружба все быстрее становится чем-то другим. И понимая, что стало теплее, мы время начали отдавать друг другу. И чувства растут быстрым темпом. Начинаем понимать, что это уже не просто дружба, это что-то большее, когда при встрече замирает сердце дольше. И вот наш первый Новый год, он стал переломным моментом. Маршрутка, голову на плечи, комплименты, весь праздник вместе, будто всю жизнь неразлучно. Наш первый серьезный разговор состоялся в шикарном ресторане KFC. Тогда смогли мы обрести понимание, мы созданы друг для друга. И с этого момента жизнь изменилась. Это начало нового этапа, и время как будто для нас остановилось. Всегда хотели, чтобы сутки длились дольше и больше внимания. И не было такого дня, когда мы не виделись, цеплялись за любой шанс, лишь бы быть рядом. Прошло 3 месяца, и вдруг мы вспомнили, что предложение встречаться никто никому не делал. Но мы догадливые, и это было ни к чему. И вот пришла пора для новых шагов, и предложение руки и сердца в нашей жизни еще один запоминающийся зов. Кольцо, цветы, эмоции, как много всего. Прогулка конная, и вот мы почти одно. Готовимся к нашему дню рождения. Конечно, все не без смятения. Мы скоро будем целым, а значит, родимся. Однозначно. Мы много слышали о том, что мечты становятся реальностью. Поверьте, это правда так. Но только тогда они обретают смысл, когда идешь к ним с Божьей гениальностью. Мы будем вечно вместе навсегда. И это только мог лишь Бог создать. Запомним этот день мы на века. Творение Божье невозможно разорвать.